Врачи областного центра специализированных видов медицинских услуг теперь могут в любом корпусе больницы сделать кардиограмму сердца. Все благодаря современным переносным комплексам «Кардиометр МТ». Два таких аппарата поступили в больницу недавно. Кроме мобильности, электрокардиограф имеет еще ряд преимуществ. Это высокая точность измерения и наличие у него искусственного интеллекта, который способен самостоятельно описать кардиограмму. Данный комплекс обеспечивает регистрацию ЭКГ пациента в кабинете, в палатах у постели больного, автоматические измерения и интерпретацию ЭКГ на уровне врача высокой квалификации, создание электронного архива ЭКГ пациентов в медицинское учреждение. Все кардиограммы, сделанные комплексом, отправляются на кардиосервер и доступны врачам в режиме онлайн. Работа на таком аппарате значительно ускоряет прием экстренных пациентов, помогает оперативно и точно установить диагноз и назначить правильное лечение. Это еще и комфорт для больных. Мы сейчас сделали, получается, ЭКГ сердца. Это очень удобно. Мне никуда не надо было ходить. Сделали прямо в палате, на месте. Пришли. Это замечательно. Я считаю, замечательно. То есть технология двигается вперед. Больница планирует и дальше закупать подобные комплексы, чтобы в будущем полностью перейти на цифровой съем ЭКГ. Подобные приобретения медучреждение реализует нацпроект здравоохранения. Улучшает оказание помощи населению.